Вот конкретный вопрос, нужен ли конкретный ответ. Смотрим. Скажите, пожалуйста, можно ли чуть-чуть увлажнить тряпку, которую завернуты черенки, чтобы они засохли? Или велика вероятность выпаривания черенкового абрикоса? Спасибо, Константин. Да, нет. Нет. Смотрите, я это проверял. Во-первых, мне помогли проверить как. Если я за свою жизнь получил, нет, немного, штук 20 посылок, половина из них, ну, легко догадаться, с персиками, каждый раз они были. Мало того, мне даже советовали, например, человек мне уже наученный, человек мне пишет, вы мне пришлите персики, но прежде всего намочите бумагу, заверните бумагу, потом полиэтилен, и все, я получу, что это. Вот. А я такие получал. И бумагу завернута, и тряпку завернута. Вот. Самый грамотный мужик, но неудобно фамилию говорить, он на том свете. Он брал это и просто тряпочку вот так вот выжимал и вложил пакет. Выжатая тряпочка. Просто и все. Там она. Чтобы там немного воздуха. Ну, то есть, допустим, вот ведик такой толщины, да. Вот он такой длины. Вот он, это самое. Завернут полиэтилен или там просто мешок, скажем, из-под мусора. Он же мешок большой, и получается вот так несколько довольно многоразное, много раз обертывается. И там одно и то самое, кусочек тряпочки. Это еще до меня доезжало. А раньше шли 10-20 дней посылки, я, как правило, получал гнилые. С тех пор, чтобы не подвести людей, я вообще, во-первых, у меня хранение такое, что во время хранения у меня ни одного грамма веса не теряется, ни одного грамма влаги. Так, что во время нарезки, допустим, месяц-два назад, что сейчас. Вот. И ко мне не часто, но раз в 3 недели кто-то приезжает, берет живьем. Я гордо достаю с балкона. Вот. И на кухню разворачиваю, говорю, вот выбирайте. Никто ни разу не видел ни выпрямившего черенка, ни сухого. Никогда этого не было. Вот. И очень большой процент схожести. Ну, такие, как, допустим, Латинков, я же ему не особо какие-то высылал. С того же мешка завернул, отправил. У него потом получается взрослые деревья с моими этими серафимами, с моими королевскими, с моими академиками. Вот вам уже, так сказать, это, тут уж не отнимешь. Ладно, поняли, да? Без всяких тряпок. Плотно упаковать таким расчетом, чтобы там было минимум воздуха. А если будет минимум воздуха, плотно замотано, то тогда уже не надо будет бояться, что она сама это высохнет. А так как без всяких тряпок, то она и сопреть не сможет.